25 мая стартовал 8-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2022. Ключевая его тема базируется на образовании, профессиональном развитии и сохранении здоровья учителя в 21 веке. Для участников форума подготовлена обширная программа. Официальные мероприятия, симпозиумы, заседания исследовательских групп, круглые столы, мастер-классы, питч-сессии и многое другое. Форум проходит в смешанном онлайн и офлайн формате и предполагает дистанционную демонстрацию докладов. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов представителей руководства Республики Татарстан и исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. Форум традиционно собирает достаточно большую аудиторию. В этом году участвует более 1500 участников, из них более 200 из зарубежных стран. 29 стран представлены, 214 образовательных организаций, университетов, научно-исследовательских институтов. Форум педагогический – это всегда поиск новых решений, это реакция на изменения, которые происходят в социальном, политическом аспекте. Соответственно, недооценивать педагогические собрания ни в коем случае нельзя. Международный форум по педагогическому образованию ИФТЭ зародился еще в 2015 году. С того момента количество участников и спикеров значительно возросло. Однако цель осталась прежней. Содействие исследованиям и инновациям в области педагогического образования и обмен опытом ради совершенствования образовательного процесса. 8-й год подряд Институт психологии и образования Казанского федерального университета на самом высоком уровне проводит конгресс для представителей сферы образования со всего мира. В данный момент у нас около 10 исследовательских проектов. Мы также организовали 2 форума международных совместных и несколько вебинаров во время ковидного времени. В данный момент у нас проект намечается по обмену студентов и педагогов. По завершении торжественной церемонии открытия ИФТ-2022 в культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «УНИКС» мероприятие приобрело более официальный характер, чем и было обусловлено начало пленарного заседания, где своими мыслями смогли поделиться педагоги со всего мира. Далее участники переместились в зал попечительского совета Казанского университета, где продолжили обмениваться опытом и представлять свои идеи по улучшению сферы образования в рамках заседания Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Для нас сегодня в повестке очень важный вопрос о сетевом сотрудничестве и перспективах сетевых программ. И еще одно продолжение темы сетей, связанности мира – это механизмы сетевого взаимодействия ФУМО с общественно-профессиональными объединениями в системе дополнительного профессионального образования. Организаторы ИФТЭ рассматривают форум как возможность представить собственные инновации Казанского федерального университета, являющегося единственным высшим учебным заведением в России, в странах Восточной Европы и СНГ, который занимает 90-ю позицию в мире и первое место в России в списке лучших университетов мира в предметной области образования.